Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Сегодня мы с вами сделаем вот такую замечательную поделку. Для работы нам понадобится цветной картон, цветная бумага, клей и ножницы. И пайетки. Для начала нам понадобится цветная бумага зеленого цвета. Из нее мы вырежем 6 кругов разного диаметра. Вот таким образом. Круги я нарисовала на бумаге заранее. Так. Два круга. Следующие два круга будут немного большего диаметра, чем предыдущие. И еще два круга меньшего диаметра. Так. Сложим круги вот таким образом. Вот так. И отложим в сторону. Затем возьмем картон и белую бумагу. При помощи ножниц произвольно вырежем фигуру, которая послужит нам снегом на нашей подделке. И при помощи клея приклеим ее вот таким образом. Обрежем лишнее. Вот так. Затем бумага коричневого цвета. Из нее мы вырезаем небольшой прямоугольник. Смазываем его клеем. И приклеиваем на заготовку вот так. Это будет ствол нашей елки. Теперь возьмем два круга самого большого диаметра, смажем их клеем вот таким образом и приклеим на нашу заготовку вот так. Теперь возьмем два круга меньшего диаметра, смажем их клеем и приклеим на нашу заготовку вот так. И два круга самого маленького диаметра смазываем клеем и приклеим на нашу заготовку. Вот таким образом. Вот так. Теперь из бумаги желтого цвета вырежем звезду. Вот так. И приклеим ее на нашу подделку при помощи пайеток. Украсим нашу подделку, приклеивая их в произвольном порядке. Вот таким образом. Вот такая замечательная поделка у нас с вами получилась. А нам с вами пора прощаться. До новых встреч!